Оно же правильно называется? Я не знаю, но шифки просто есть биом, где остаются системы просто. А за вам защитить всем не надо. Нет, это же тоже еще не будет. Ну-ка, кто сейчас смогет? Надо отдохнуть. Ладно, хорошо. Секунды. Диманов, у тебя получается из трех элементов? Да, он почти на руки стоит. Все, значит, Дима, тебе, Дима и Артем, надо, братан, вам сейчас это поднажать, настойку на руках. Ну и Владян, соответственно, и другим тоже всем. Ладно, подстрахуй его ручкой, пусть он ногой, а твои руки зацепятся, удержится. Подстрахуйте его, да. Оп! Стой! Стой. И теперь голову, да, подбородок с груди прижимай. И заваливайся на верхнюю часть спины. Ноги сгибай, да. Ага. Все, молодец. Еще раз. Вот теперь пробуй сам, Дима. И Артему тоже помогите, если у него не получается, помогите. И вот, да, и прям тихо-тихо, да, вообще. И ай, красавчик. Вот, хорошо. Кто следующий? Парни, давайте, молодцы. Давай. Не бойся здесь, Дима. Не на мату не ставь. Не на мату, да. Конечно, не на маты, так сказать, нет. Бум! Там внизу сейчас... Не знаю, как на маты. Там низ-то офигеет, скажешь, опять что-то балуется. Вот так. Обратно. Обратно. Че? Обратно. Давай. Слишком далеко стоишь. Чуть-чуть. Да, что-то километр он на расстоянии. Эй-эй-эй, нам... Зачем так зону бьешь? Они сейчас выполняют серый элемент, стойка на руках, с кувырком, для Димана хотя бы. И продолжение дальше, выпрыгивание. И, оп, да, выпрыгивание на ноги. Пробуй, смотри, ракурсы какие-то разные. Вот, сейчас... Дай просто посмотри, ближе, дальше. Парень, на серый не обращай внимания, он просто... Да, я сегодня на риск. У меня сейчас хоть получается этот элемент делать? Кто-нибудь спросите, почему он так чудесно выглядит. Вам же интересно? Под какой каток он попал? Какой каток он попал? Он попробовал себя в кулачных боях. В смысле? В прямом. В прямом. Прям. Прямо настоящий. Прямо. Да, видео потом, может быть, посмотрим. Даже без перчаток, без любых? Без перчаток. Без вообще, без никаких. Без сил. Капец. Капец. Вот капец. Зачем? Ну это, вы не отвлекайтесь, да, это лишь чтобы понимание было, почему так разукрашен карнавал. К новогоднему тренируется карнавал. Все, поехали, да. Меня увидели, по-любому вопрос, а что случилось? Вот, да. Сразу я объясняю. Так и так. Не, ну каждый мужчина так или иначе. У меня ноги вытягиваются? Ну, должен драться, уметь защищаться. Ну, что, вытягиваются? Нет, нет. А тем более, сейчас же эта тема популярная, модная. Опять возвращается, да, кулачные бои из старины, только сейчас чуть-чуть по-другому возвращаются. Что это такое?
Ты руками оттолкнулся. Я ноги выпрямил. Нет, ты вообще руками оттолкнулся от пола, что он висел так. Вылетел. Оп, прям прыгнул. Привет, я рывок делать об ноги поднять. А если без рывка делать? Спокойненько. Оп. Я ему объясняю, что он не так делает, он не понимает. Надо еще знать 100 тысяч раз, возможно, объяснить придется. Больше. Тихо, Тимас, слишком, да, вот туда. А здесь нужна стоечка, свечка, когда мы поднимаем ножки, и мостик, здесь все пригодится. И рывок, да, вот мах ногами. Только надо идти. Хоп, да, и сразу голову надо. И руками еще. И подъем из матрицы, помните, когда мы с коленок поднимали, здесь все это по этапу, все это включено. Пробуй, Артем, конечно, зато смотрится офигенно. Вот не попрыгает, на 2 метра вылетает вверх, выше. Блин, ну это уровень, у людей на скакалке прыгают, на скамеи машут скакалки. Это класс, на самом деле, проще. Самое главное, парни, вы должны считывать свое тело, образ, что одно тело вам подскажет. Сегодня нужно делать более прямые. А они мне только лидерат. Сергей Сергеевич, я вам сегодня Дмитрию Сергеевичу плюс одно занятие подарил от клуба за вот этот матрас чудесный, видишь, который перед тобой. Его пока еще не разворачивали, но скорее всего он чудесный. Дальше на руках клуба поставить. Так, Влад, подойди, пожалуйста, сюда, запиши. Свой большой берешь. Смотри, надо, чтобы ты сюда записал координаты. За тебя же марш уходит. Страшно. Запиши, пожалуйста, как координат марш. Сначала тебе надо у нее смазать, спросить, можно или нет. Если это можно, ее координаты записать, чтобы сообщать на мероприятие, тебе сомневаться. Если мама не спросит. А ты руками от этого то? Отталкиваешься. Ой, ее телефон и скажешь потом. Тогда запиши ее телефон. Ты ее знаешь, что мы сделали? Запиши, пожалуйста, ее телефон, посмотри. Фамилия, этот номер 7, как получается? Фамилия, имя, отчество, телефон матушки, в скобочках, со своими цифрами. Нет, короче, хотел вставить. А что, я прям сразу типа? Да, да. Парень, напоминаю, 20 числа октября, соревнования российские по воркауту, Саратов. Готовимся. Хотя бы базу надо подготовить. И ловкость, и силу, и гибкость надо, чтобы было в полной мере. Серый, можешь кусочками? Не обязательно прям все снимать. Я кусочками как раз сейчас начал. Я не могу. Ракурсы какие-нибудь, да, из-за подверху, из-под низу, там, в турниках. Ну что ты встал? Тигранчик, ё-моё. Тигранчик, братанчик, передайте привет Тигран, скажите. Тигран Геворгянович, мы тебя ждем, брат, ты где? Хорошо, я сейчас передам привет. Может, это не видно. Сердце разжалобится и скажет, как же так, ребята. Артём, вот все хорошо, но только ты не группируешься нифига. Скажу забавно, но может грубовато, как размазня, так растекается. Надо руки держать опять крепостью рук. Дальше продолжаем, если вам присоединяемся.
Это может быть, приедет человек мед. Человек, который. Не он человек мед, как Супермен человек мед. А этот мед выращивает. Разовый пчел делает мед. Я хочу подготовить призы нам на зиму. Я знаю. Буду делать неправильно, потому что вот как-то вот так, да? Я знаю. Че, давайте, смотрите, мат, сейчас все это вместе. Кучку еще раз более уплотняем. Смотрим, думаем, что, как вообще по идее это может быть. И вот отсюда вот как только ноги идут, сейчас еще раз. Тиран! И вот пробу каждого матика получаете, и вот спокойно, вот 4 человека на своем матике и пробуем. Друг другу не мешай, не бей. Давай. Раз, и тут же прям выпрыгнул. Да, сразу же выпрыгнул. Бух! Бум! Бум! Ты на полу делать? Ты хочешь на полу делать? Нет, я хочу руками на пол окно. Ну, смотри, какая интересная штука. Ты хочешь делать что-то и сам себе противоречишь. Вот тут же. А это... Вот смотри. А, сейчас, ладно. Сделайте. Сейчас одну штуку покажу. На жестком полу. Давай. Вот группировку, да. Но у нас с этой... Чуть-чуть сюда перейдите, пожалуйста. Вот на эту сторону. Показано на жестком. Неприятно. Однозначно здесь приятнее. Первый момент, вот условно, что я уже встал руками, я уже опустился на пол. И вот это вот действие, как только у меня ноги, у меня тело поднимается вот так оно. Вот это, помните, свечку мы делали? Вот оно. Поднимается. Либо я должен здесь сразу взрыв сделать, либо руками, если получается, со стойки, но мне гибкость плеча не позволяет. Вот отсюда. Только ножки опустились, прям. Очень быстро сделал, чтобы резко поднять. Надо не просто быстро, надо быстро одновременно и вот этот взрыв должен быть. Когда мы по суставу, ну, понимаем, когда идет процесс складный. Как это же может выглядеть непосредственно в действии? Если даже получится не рывок ногами сделать, а просто поднимаем ноги. Ну, у вас, я надеюсь, это будет все плавнее и красивее получится. И даже жесткость пола... Она особого значения не играет, потому что... Да ё-моё! Потому что если правильное падение, оно, я не разобьюсь. Но страх, чтобы преобладать, надо делать здесь. Ну, тем более не бояться. Поехали! Вот эта пружина, тело, вот эта пружинка. Вот только оно пришло, вот это вот... А, циркуль, я же вам сегодня показывал. Вернее, вспоминание циркуль. Посмотрите, пожалуйста. То есть надо стараться вот эти все действия подвести в одну цепочку или вот этого исполнения. Мы знаем, как поделиться, такое сделать, такое. И потом все просто в одну как бы действие. Хоп! Поток вот выбросили. Загрузили. Поехали. Давайте 5 минут вот этого. А куда торопишься? Не торопись, кувыркнуться. Бум!
Вот опять, каждый сервер. Стоп, нажми, пожалуйста, стоп. Смотрите, сделайте сейчас по одному, сейчас Сергей снимет. Каждый, кто делает, и посмотрит свою ошибку. Сергей, смотри, сейчас Артем, делаешь первый ты, потом делает Диман, потом Артем, потом Владислав. Прямо сюда делайте, Сергей, а ты сбоку снимай, чтобы было видно, чтобы они потом могли посмотреть. Исполнение правильное. Сейчас вот плюс новых технологий. Поехали. А что без этого? Давай дальше. Следующий. Давай следующий, дальше. Бах. Надо прыжок делать следующий дальше. И потом я на окончании. Бум! А, давай! Ну как, молодец! Что-то там, да. Что-то есть такое. И практически. Кацай! И теперь пойдемте посмотрим, что получилось. Давай, Серег, покажи парням. Сюда подходи, пусть они посмотрят. Ну сюда выйди на удобную площадку, а то вы все там под этим загрузились. И вот этот последний ролик, коротенький, сейчас просто посмотрите на своем, может быть, увидите про то, что я говорю. Надо уметь смеяться, кстати, да, это хорошо. И над другими, и над собой. А, нужно просто упасть его так сделать. Да фиг его знает, как я объясняю. Я по-нерусски, наверное, я объясняю всегда. Нет, просто как урок этот срок сделать, и потом можно после этого сделать. Или сразу. Я пытался сразу, но после как в кувырке срок. Да, смотри, здесь. Смотри, какая штука. Здесь даже не то, чтобы мы делаем кувырок. Здесь задача была стойка на руках, потом кувырок это предусматривает как страховка, да, падение, и следующий выпрыг. Но если кувыркнуться, то не получится раскрыть тело. То есть если я стойку на руках делаю, риск кувыркаю, и не получится раскрыть тело, чтобы ноги выбросить. Поэтому здесь надо подняться, тело, таз и ноги, как пружинка, сгибаются, и ноги потом выстреливают. То есть вот это попробуй сделать. Я сам не знаю, получилось у меня или нет. То есть мы ориентируемся на друг на друга. Так, Артём, погодите, давайте сейчас. Пробуем, какой-то да, красивый ракурс можем. Потом, может, наши родители увидят это. Радоваться будут. И пока... И... Оп! Вот, 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 только надо прям не подвыркнуть. Надо было только до ноги. Хотя опускается, сгибается тело. Вот только ты с рук упал. Тут же надо выставить. Ну попробуй, давай. Парни, давайте еще по разику и начнем уже поинтереснее. Хип! Ах ты ж, какой молодец. Молодец. Артем, а давай еще раз. Диман, Артем, пробуй. У тебя очень хорошо получается смотри. Потом выпрыгивать. Я боюсь, ты нам это рассказываешь? Нет, я полностью. Сам себе рассказываешь? Кто в тебе живет? Кто в тебе, кому ты рассказываешь? И это тоже во мне он живет, Диман, так, такой же. Диман тоже Диман? Во мне думаешь, тоже Диман живет? Кому-то мы все рассказываем. Давай, соберись, брат. Это ум, ты ему это говоришь. А что смысл ему говорить, если ему надо увидеть результат твоего тела, умения? Прямо, ну. Завались, давай свои ноги. Ну, ноги сюда, ты закинь. Я, знаете, я не хочу нам матру, кстати. А почему? Ладно, хорошо. Кто сделает без мата сможет? Я. Ты разобьюсь на... Тихо. Уже сразу смотри. Ты все, я могу, но я разобьюсь. И мне взял себя. Больно, но это... А вы делаете, что не больно? Ну, я попытаюсь. Хорошо, ладно, показываю еще раз. Знаю, что больно будет. Показываю еще раз. Это я с кувырком, а теперь... Пробуем. Вы сгруппируетесь, получится. Пробуем. Хоть один. Ну, кто? Хоть один. Бум. И больно? О, красавчик. Ну, больно, но он перетерпел же. Ну и чего? Ну, сына надо было сделать.
Чу, пробуем. Давай, Владя. Давай. Хорошо, все. Ну-ка. Аккуратненько. Эй, а ножки-то... А вот смотри, какая штука. Стой, оставь. Ляж. Вот когда он перекувырнулся, он сразу ноги здесь сделал. Ноги распрями, носочками к голове. Вот он должен был вот так сделать. Вот только он со стойки на руках. Вот он раз, опускается, да, давай голову прячь. И вот отсюда должен быть разбит. Я понимаю. Да, я тоже понимаю, но сделать трудно. И он теперь понял. Следующий. Нормалек? Удачи. Не разберемся. Аккуратно. Бам! Вот показал же сейчас. Молодец. Ну. Первый кран, второй похоронный. Mortal Kombat смотрели? Серый, сейчас ты вспомнишь про что. Mortal Kombat не смотрел за фильм? Нет. Старый фильм 94 года. Давай, Артём, пробуй. Там Сабзиро вот такую тему исполнял. Давай, если Серый сейчас вспомнит, он там из стойки на руках, он так сгибается и выпрыгивает. Он еще как фух, поднимает свой корпус. Я смогу! Бах! Смог! Дим, давай, выпрыгивай! Выпрыгивай! Ладно, хорошо, парень, теперь давайте следующий сейчас. Нам сейчас надо сделать, вот условно, да, он подошел близко, надо сделать колесо. Сейчас надо делать колесо такого характера. Маты, если надо, делайте на мат, я все-таки предпочтительнее бы без матов сделал. То есть делаем колесо, и следующий стараемся делать прыжок. Делаем колесо, и вот эту ногу я закидываю, делаем прыжок. Попробовали. А вы можете по два человека, можете один с той стороны начинать, один с этой. Тебе мат нужен, Диман? Вот смотрите, можно подумать, Рик, значит, я опять дал тяжелое задание, да? Нет, не тяжелое. Ну, хорошо, для тебя это легкое. Разберите по отдельности эти элементы. Мы отдельно и прыжок изучали, и колесо изучали. Вот разберите по отдельности, соедините их сами. Что, почему? Смотрите, один может там, и трое здесь. Либо двое могут там, двое здесь. Пробуем. Давай, Диман. Давайте. Вот почему они у меня не уходят? Мне их нужно больше делать. Сразу в другую же сторону прям. Оп. Следующий. Все, туда дойти. Хорошо. Парни, обращайте внимание, где камеру не загораживайте, старайтесь. Давай еще. Следующий. И прям это, ё-май, давай сюда. Вот, хорошо, прям махнул, молодец, следующий. Что-то, да, Диман. Раз, бам, колесо сделал, прыжок. Есть такое. Сразу, Диман, оттуда отходи. Раз, и, да. Сейчас объясню, что, как прыгаем. Еще, давай, делай. Через это плечо, и, давай, прыгаем. Не в ту сторону, парни, смотрите. Я фактически делаю прыжок, так же, как и колесо делаю. А кто ударился? Живой? Нет, а я вот так. Все, нет, живой нет, я вот так. Смотрите, какая штука. Еще раз показываю, да, элементы колеса. Как что происходит. То есть, как мы делаем первое, подготовительное. Видите, я это же действие делаю, но встаю больше. То есть, сделал. Теперь смотрите, я делаю колесо. Но руками теперь не так, а веду вдоль земли. То есть не на землю, а вдоль земли. Пробую. Прям так же, не по очереди, а по два человека. Чтобы не застаиваться. Владян, давай так же. Плечо не меняйте. Плечо не надо менять. Да, через какое плечо делали. И теперь у него правая нога летит вперед. Да, левая рука, правая нога. Хоп! Да, только надо подлететь. Раз.
Правая рука, левая нога. Да, вот. Молодец. Прям над землей надо подлететь. Давай. Левая рука, правая нога летит. Левая рука. Левую руку запускай, правую ногу. Круто, но чуть-чуть по-другому. Сейчас смотрим. Зачем ты стойку поменял? Хорошо, ладно, парни. Еще раз такая штука. Подсказ, как это сделать. Когда я говорю левая рука и правая нога, я вот этот марш делаю руками. Я могу, можно и без них, просто ногами крутануть. Но с руками я помогаю. Условно, есть вот некая плоскость, я должен над ней подпрыгнуть. Если левая рука, правая нога, либо наоборот, я могу попробовать на полу. Как бы ноги над этой плоскостью подлетают. Могу попробовать на полу, но одной рукой держать. А потом получается, я что делаю? Руку тяну, не до пола касаюсь, но тоже. Тело вдоль пола, ну, вдоль пола выстраиваю. Без руки. Все тоже. Поехали. По два человека. Не простаивайте, пожалуйста, не простаивайте. По два человека. Давайте двое там, двое там. И вот, молодец. Да, да, тихо, тихо, тихо. Улетел куда-то. Давай. Раз, колесо, красавчик. Да. Рука-нога. А. Ты ей вертухан-то делаешь, а надо запускать переднюю. А вертухан делаешь. Да, парни, попить, умыться в туалет. Ты хотел на как он? Супер торнадо 720. То есть, когда вот так прокручивается. Давай, попить, умыться в туалет. Раз. Оп! Молодец, да, 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 все хорошо. И надо, смотрите, надо менять сторону, левую и правую всегда делать. Допустим, теперь еще такой момент. Знаете, какая штука самая важная? Это все домашнее задание, по сути. То есть дома надо тело готовить, растягиваться, выстраиваться, чтобы здесь очень быстро происходило. Мне тоже, например, негде прыгать, скакать. Но, во всяком случае, гимнастика помогает тело подготовить. Ну, 15 минут в день, мы про это говорили, утром и вечером будет за глаза. Теперь смотрите, пожалуйста, здесь сейчас надо важный момент сделать. Нам надо проходочку на руках выполнить. Сегодня, чтобы нам закрепить, Диман, помнишь, да? Ты всем делаешь очень большой подарок, если сегодня все парни показывают, что у тебя получилось. Давай, соберись, ну и им тоже надо будет это сделать, соответственно. Делаем проходку на руках. Первое самое, мы можем сначала, либо я сразу отсюда принимаю стойку на руках, касаясь стены, и пошел. Куда-нибудь. Либо я сначала касаюсь стены, потом разворачиваю. Юсь. Да чтоб тебя. Потом раз, два. Тихо. Это тяжелее, по-моему. Нет, просто я заваливаюсь чуть-чуть. И иду. Но я на руках иду, хромаю тоже. Из-за плеча. Поехали, пробуем. Один с одной стороны, другой с другой стороны, другой там. Что? Пробуйте все, знаете, даже не пройдите, а пробуйте хотя бы встать к стене и развернуться. Поехали. У нас стенка там еще есть. Зачем? Ты на матрасе не сможешь шагу пройти. Пробуем хотя бы просто... Стоп, сначала давайте попробуйте встать у стенки и развернуться. Вот такое действие сделаем. Развернуться боком. Артем, если что, иди сюда. Если там... Вот, здесь как раз надо, да, здесь надо повернуться, вставай. Смотри, какая штука. Здесь у тебя есть помощь.
Ты можешь одной ногой перейти здесь. Так, я тебе помогу. Не-не-не, без головы. Встань на ножку, скажи, поднимайся. Смотри, что надо делать. Отойди в сторону, пожалуйста. Парни, как надо встать, надо на стойку на руках. Не смотри, смотри, стену. Не бойтесь совершить вот это вот действие. Об стеночку так плюх. Не бойтесь. Одну ногу я поднимаю вверх, другую ногу контролирую. Раз. Вот этой ногой я делаю мах раскрытый. Либо этой ногой я буду делать мах, а этой как бы я приставлю к стене. Смотри, я закидываю ногу и делаю мах. Оп. Все. И здесь пошел размах. Тебе помощь, смотри, какая. В угол уперся. Поменял. То есть, смотри, как удобно тебе здесь делать. Кто не успел, чуть-чуть, да, давай. Пробуем. И все вот эти приколюхи можно делать дома. Квадратный метр себе освободили, ножки чуть-чуть и не достал. Раз, все, следующий. Сейчас, Артем, помогу. Да. Давай, сейчас помогу, не переживай. Ты не хочешь разбегать его? Как тяжелее будет тебе поднять ноги. Ну, давай, ладно. Давай. Еще раз. Встал. Все, хотя просто постой. Уже падаешь? Так, парни, хотя бы просто постоять. Дима. Дима, пойдем сюда, иди сюда. С Артемом друг другу помогаете. Давай. Он делает 8 выходов. Стоп. Он делает 8 подъемов к стеночке на руках. Просто на секунду постоять. Потом делаешь ты 8, он тебе постраховывает. Договорились? Все. Парни, вам, Владян, да, чуть двигайся, да. Вам надо уже по-серьезному. Закинул, все, на бок. Молодец, Артем. Только смотри, какая штука. У тебя тело прогибается. Да, как у вас. На правую руку. Тело слишком у вас вот так загибается. Вы теряете баланс. Сейчас постараюсь показать, в чем. Блин, ну конечно нет. На стойке здесь на полу по-другому. Это поможет потом делать некий скрут, вращение. Дим, ты почему не страхуешь? Я страховал, я. А он сейчас упал на чай сам? Нет, он мне сказал отпустить. Все, я понял. Аккуратно в угол. Если Артем, если ты устал, пусть он сделает сколько-то раз. Потом это получится вот такого, да, действия. Да, заболел. Развернуться нам надо будет. Потому что ходьба на руках классная штука. Плечи укрепляет, ноги, равновесие, да, удерживает. Пробуем у стенки. Встал, молодец. Давай, развейся, а подстрахуй сейчас. Двумя ручками перетаптывайся. Вот эту ножку оторви от стены. Во! Есть контакт. Стой вот так. Вот эту ногу упор. Стой вот так. Равновесие этой, лови равновесие. Стой. Сейчас я Владяну помогаю. Поднялся, молодец. Спинку выровняй. В какую сторону будешь разворачиваться? В эту. Ножки контроль. Ручками перетаптывайся. Держи, не бойся. Рукой, да. Ногу упор в стену. Вот этой. Этой рукой ногой равновесие. Балансируй. Ногой в стену упрись. Молодец! Надо было мостик еще. Хорошо сделал, молодец, да. Попробуйте на другую сторону теперь развернуться. Тяни ножку, разверни. Давай, разворачивай, Артем. Да. Вот опять к корпусу мы сгибаем, надо пресс. А если получится по кругу крутануться, то есть не просто, знаете, прям раз и резко развернуться. Сейчас еще уже стойку на руках уже осваиваем. Попробуем, давайте без рывка, а подъем ног. То есть вот так поднимаем ножки. Пробуем. Раз, сделали. Вот смотрите, выбираю. Да, здесь тяжело сообразить мозгом, да, куда крутиться и как ноги ставить. Выбрал, я левую руку ставлю. Соответственно, у меня левая нога. Я вот и левой ногой контролирую. К животу не сгибаю. Опять контроль. И теперь правая нога. Не докрутил. Чуть-чуть. Поехали.
получит 360 кого сделать. Будете молодцы. Артем, за ступни его, не за бедра, за ступни поднимай. Ой, все, не могу.